Привет, Ро, Ро. Мне в детстве говорили, не надевай чужие очки, а то зрение испортится. А еще говорили, не вставляй чужую вставную челюсть, а то прикус испортится. И в целом от бабушки отстань уже. Мы ее собрать не можем. У меня есть газовый баллончик. Я его из газового баллона сделала. Нет. У меня есть газовый баллончик. Я его при нападении отобрала. Читаю много художественной литературы, мало чего понимаю, поэтому много чего гуглю. Недавно узнала о существовании слова «фронтовство». Кто-нибудь знает, что это такое? Вот именно, это слово «ловушка», я объясню. Я гуглю, что такое фронтовство, спрашиваю. Мне Google отвечает «склонность фронтовать». Да, склонность фронтовать. Я за этим шла. Склонность, спасибо, блядь. Ну, хорошо, поиграем. Что такое фронтовать? Он мне отвечает «быть франтом». Я спрашиваю, что такое франт? Он мне отвечает «щеголь». Я спрашиваю, что такое щеголь? Он мне отвечает «устаревшая франт». Я думаю, блядь... Как вырваться из этого круга? Потом решила погуглить, что такое терпение. Там страница до сих пор грузится. А фронтовство — это, если что, если вы вдруг интересуетесь, то это быть таким понтовым, быть нарядным, быть ферзем неким. Даже не спрашивайте, откуда я это узнала. У меня литературный шрам на сердце сейчас. Мне еще телек нравится смотреть. Что, молодежь, очень нравится. И смотрел «Новогоднюю ночь», в частности, и там каждый канал боролся за своего зрителя максимально. Там «Россия первая», старые фильмы какие-то крутили, «Пятница», «Муз-ТВ», «Супердискотеки 90-х», «СТС», «ТНТ», как обычно, что-то между собой пиздились, там что круче. «Камеди Клаб» или «Уральские пельмени». Потом второй этап начался, либо «Реальные пацаны» либо «Воронины», «Ольга» либо «Воронины», «Интерны» либо «Воронины». Больше всего «Новогоднюю ночь» боялась включать телеканал «Спас». Мне казалось, там батюшки так стоят. Такие, ну херня полная. Ждем 6 на 7. Потом, листая дальше канал в «Новогоднюю ночь», натыкаюсь на ТВ-3, там идет марафон сериала «Слепая». Максимально поебать на зрителя, нет такого? Могли бы черный экран пустить, было бы лучше. Я думаю, так, наверное, дедлайны и выглядят. И мне наверняка начальник в октябре сказал: «Ребята, нужна новогодняя программа». И да. Потом 30 декабря, они такие: «Слепая». Мне показалось, это не очень празднично. Было бы празднично, если бы 31 декабря весь день шел сериал «Слепая», потом «Буй курантов» и сериал «Зрячий» начинался. Я еще в маршрутке ехала. И там 4-годичная девчонка резко встала и начала обильно блевать, прям сильно. Заливала всю маршрутку. В какой-то момент плавать начали. И мать единственная, что делает, она встает и такая: «Алена, что ты делаешь?» Алена не понимает, что делает. Она дышать пытается в перерывах. И мать что-то убивает: «Алена, мы же сейчас выходим». Я думаю, в натуре Алена нашла время. Минуту две не могла подождать вообще. Несерьезно. Или вы к передаче какой-то готовитесь? Лучше всех вот это вот удалось.
Ой, а что ваш ребенок умеет? Ой, а мы блюем по расписанию, да, Лёва? Классно это вообще. Я еще шла по улице. Видела плакат, где было написано «Колоноскопия во сне». Я после этого спать боюсь. Мне кажется, там явно не хватает слова «внезапное». Еще в больнице недавно была. Там человеку стало плохо, к нему подошел врач, секунд пять на него смотрел и такой: «Ну, сейчас скорая, придет, разберется». Думаю, супер, мы точно в больнице, что происходит вообще? С одной стороны, бабки в очереди закал, что-то дерутся. С другой, мужчина из мусорки бахилы почище выбирает. Думаю, точно в больнице, в чем проблема вообще? Начала гуглить, что такое больница. И оказалось, больница — это лечебное учреждение, преимущественно для лежачих больных. Так вот, чем загвоздка, больной просто стоял в этот момент. И врач, проходя мимо, такой: «Не, нихуя, не моя война. Скорая, приезжай сама, разгребай, уже домой шел». А после этого всего должна приехать скорая, смотреть больного, и такая: «Ну, с этим в больницу только, конечно». Вообще странно прийти в больницу, чтобы вызвать туда скорую. Я как будто с таким же успехом могу прийти в продуктовую, чтобы заказать туда доставку еды. А потом думаю, а что тогда делают пожарные в пожарной части, если у них там вдруг пожар начнется? Они вообще с ума сойдут. Там какие диалоги будут? Блин, мужики, мы обычно уезжаем, а тут у нас загорелось. Не помните номер 01-02-03? Может, окна везде откроем? Синтетикой потушим, до шкафы спрячемся. ОБЖ. Я еще жила в общаге лет 5 назад, 4 дня в совокупности, до сих пор в шоке от происходящего. Объясню, общага, естественно, для тараканов. Там нет смысла существования никакого для людей абсолютно. Я помню единственное, что они очень тупые и очень по-тупому прятались. Типа стоял стакан, за стакан так встанет. Ты стакан отодвигаешь, вот. И мы пытались бороться с ними всяческими способами. Есть такое чудо-средство, карандаш Машенька, мелок называется, советский. Мы четко посреди комнаты написали: «Уходите». Они четко каждую букву съели и вырисовали нам «нет». Я поняла, что битва была проиграна заранее, до меня. Вообще бессмысленно. Но у нас еще было поверье, что существует самая главная тараканиха, которая несет все это потомство и живет где-то в стене. Если найти и истребить, то общага будет спасена. Мне очень хотелось верить, что это была наша коменда. Когда она усами зашевелила, все вообще совпало. Я еще очень много путешествую, езжу на лифте вверх-вниз, очень нравится. И со мной в лифт когда зашел мужчина с двумя собаками. Это не собаки, это гибриды. Это не должно было родиться на свет точно. Случайность, погрешность — это не запланировано. Я решаю спросить у хозяина, что это за порода, потому что с вопросом, что это за пиздец, я на втором этаже бы сразу вышла. Он мне говорит: «Ну как порода? Ты помнишь овчарки и таксы?» Овчарка по колено и такса у стопы. Я говорю: «А как так произошло?» Он говорит: «Не углядели». Но я боюсь спросить, за кем не углядели. Там что за такса такая любвеобильная была? Я овчарка без принципов. Потому что другую ситуацию даже рассматривать не хочу. Но, скорее всего, не углядели за людьми, которые, ебать, Володя. А ты слышал что-то о селекции? Биология. Еще была в магазине, там ссорились 3 человека. С одной стороны были пьяные кавказцы, а с другой инвалид-колясочник. В какой-то момент ссора достигла пика, когда инвалид-колясочник сказал:
Я сейчас встану, вам пизды дам. Блин, телек обожаю смотреть вообще. Обожаю. И там как-то шел концерт Мота. Концерт Мота не очень нравится смотреть, но принцип телека смотреть, что тебе не нравится. Пришлось смотреть. У него какой-то многотысячный концерт, и он своим зрителям говорит: «Как удивительно, наши дороги пересеклись». Говорит артист, которому целенаправленно пришли люди на концерт. Знаешь, что там будет Мот. Он им говорит: «Как удивительно, наши дороги пересеклись». Я договорюсь с подружкой встретиться в кафе, приду в кафе. Скажу: «И как удивительно, наши дороги пересеклись». Мне математичка скажет: «Приди, после уроков, перепиши классную работу». Я приду, она мне скажет: «Как удивительно, наши дороги пересеклись». Я приду домой, встречу мать. Она мне скажет: «Как удивительно». Наши дороги пересеклись. Я приду на тренировку, встречу тренера, скажу ему: «Как удивительно, наши дороги пересеклись». Он мне скажет: «Ты объебалась чесноком? 100 кругов. И каждый раз, пробегая мимо него, я буду ему говорить: «Как удивительно». С бабушкой еще «Дом-2» смотрели, очень нравилось. Телевизор вообще. Это кладезь. И там две девчонки долго о чем-то разговаривали, и в какой-то момент одна другой говорит: «Лена, ты что, не сосешь? Зачем ты живешь?» Мы переключили, но задумались. Все, всем спасибо, пока!